которые слышат в семье, в школе, в обществе, кто оборти креаторами. Ел так реагирует себе. И что фактура минуната, Господи Давид. Которые слышат, что ты особенный, ты творение Божье, тебя создал Господь. Но я школа, три года, школа мик, да, три года, мы имеем мартурии, копи, care au o rată de depresie scăzută, copii care au o stimă de sine importantă și care își cunosc prețul. La care școală? A noastră. Речь идет о лицее Кчелсус, который существует 3 года. Но в течение 3 лет те дети, которые занимаются там, они слышат вот эту весть, что ты дитя Божье, что тебя любит Господь. Личная самооценка, повышенная личная самооценка. Ведь студии, făcute de către adventiștii noștri psihologi, au demonstrat ratele suicid este mult mai mică la copiii care cresc în biserică, care cresc în familii creștine și care știu că Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru ei. И исследования, которые проводили адвентисты седьмого дня, они достигли, то есть пришли к такому результату, что дети, которые воспитываются в таких условиях, в таких окружениях, у них всегда снижен вот этот процент самоубийства. Да. Причем между нас мы адвентисты, и у нас тоже адвентисты школа лидер эдукационный. И вот те люди, которые занимаются воспитанием детей в школе, dacă ei umblă prin coridoare, la lecții și povestesc cât de important ești tu ca creație și cât de important ești tu ca tu să te dezvolți, să crești în Dumnezeu, ne-a chemat lume. În simțire. Înseamnă că simțirea unde? Iisus, de-a noi suntem în drum către ea. Da? И те наставники, те учителя, которые работают, да, в лицее, если они все время в процессе, в учебном процессе говорят ученикам о том, что ты творение Божье, что ты создан Богом, что ты должен развиваться, ты должен совершенствоваться. Да, еще утром мой учитель говорил, да, у кого регуляция, реактуализация мяса до меня вастра, сегодня без применения вастра, сенсор съедите. Да, и последнее упражнение, которое я хочу с вами сделать, это акцентировать на том, что вы созданы для вашего предназначения. Рекомендую карты. Я рекомендую вам одну книгу. Скажите, Виктор Франкл, психолог. Это психолог Виктор Франкл. Калутария сенсора ети. Поиски смысла жизни. Да. Бескурт, я лафост. Unul din cei închiși în trei lagări de concentrare în Transilvania. El a supraviețuit, dragii mei. Он выжил в этих условиях. Și el povestește biografic cum el a rezistat să treacă peste toată mizeria și prostia și tragedia umană. И он в этой автобиографии своей рассказывает о том, как ему удалось пережить все эти трудности, с которыми он сталкивался в концлагере. И то, что меня больше всего как бы затронуло, я менționat foarte ferm o idee care e bine să menținem pentru noi și să încercăm să punem în viață. Он здесь отметил следующее, то, что мы должны запомнить с вами в последующей жизни нашей. Deci el a spus că omul are toate resursele să rămâne moral integru, sănătos, în oricare condiție a vieții umane. Он отметил, что человек имеет все потенциальные возможности остаться полноценным человеком, независимо морально полноценным человеком, независимо от тех условий, в которых он находится. Și asta el vorbește, știți de ce? Pentru că în momentul când oamenii mureau, ei erau lăsați în cață în bălci. Sau în fecale. Cum la mine? Erau oameni în cață, care mureau afară. Alții mureau de foame și trebuia să fure undeva mâncare și care era gata să omoare cineva pentru fărmitură de pâine. Я не буду с ними, будет красть у кого-то еду. Пялки им пуняло.